Так, всем привет. Так. И тут у меня ням. Сегодня приехал Powerbank от Xiaomi. Оригинальный. И здесь у нас есть вот такая вот штучка. Так, это у нас наклеечка какая-то. Не кидать, не это самое, не дамеджит. Короче, может воспламениться. В общем, Powerbank от Xiaomi. Батарея литий-ионовая там у нас, все дела. Вот такая у нас коробочка, заказывался на Китае. Тут у нас, значит, вся информация по Powerbank. Powerbank у нас на 10 тысяч миллиампер часов. Вот это у него тут. Так, это, я понимаю, у него чистая энергия, которая он 6250. То, что он отдает. Ну, в общем, понятное дело, что тут с потерями идет. То есть нету здесь чистых 10 тысяч. То есть, ну, на 2-3 заряда хватит. Я думаю, ну, в принципе, мне этого хватит за глаза. Вот. Хотел я купить другой Powerbank, ну, в принципе, мне этого хватит. На 10 тысяч миллиампер. Вот, по уверениям продавца, эта штука заряжается. Сам Powerbank заряжается 7 часов приблизительно. Ну, в принципе, логично. Где-то 2 часа на каждые 3000 мАч, ну и там час еще на последнюю 1000. То есть, в общем, у нас 7000 выходит. Так, смотрим, что же у нас там внутри. Так, у нас есть тут брошюрка. Как пользоваться тут Xiaomi, там все дела. Выходные у нас отверстия, LED-индикаторы. Так, и смотрим еще здесь... LED у нас. Так, здесь у нас первый световой индикатор, это 25% заряда. Он. Это у нас заряд будет и full. Так. Full. Что здесь еще у нас? LED второй у нас. Что это означает? Так, короче, ладно, это надо разбираться, хрен его знает. Я, в общем, первый мой в жизни Powerbank. Да, отсталый колхозник. Не было у меня еще пауэрбэнков. Это я первый прикупил. В общем, мне пригодится. Потому что я часто мотаюсь там где-то. Это самое, что очень-очень даже надо. Вот у него еще сертификаты там всякие. Там эти, что-то тут накидали. Кстати, номерок есть. Кому надо, может позвонить. Если что, с китайцами пообщаться. Думаю, они, ну... Мое предположение, английский язык знает. Хотя, если это официальный офис, там этот самый, ну, я не думаю, что там прям все на английском, то вот это, кто его знает. Вот такой кабель с ним идет к этому Powerbank. Original, он такой, кстати, на айфоновский похожий, на старый. И не старый, я сейчас не знаю, какие сейчас с айфоном кладут. Ну, в общем, очень похоже такой. Прозрачная поверхность такая мягенькая, приятная. Вот так вот выглядит. Здесь у нас microUSB, не Type-C. Вот. Я взял, потому что у меня Type-C нету. Я взял такой. Ну и, собственно, сам Powerbank. Больше у нас там ничего нет. Вот такая вот у него коробка. Кстати, вот это можно использовать вместо чехла. Вот эту фигню положить сюда. Вот эту сюда и с собой в сумке таскать. И там где-то, если что-то надо позарядиться, просто раз, кабель вставил, все, заряжаешься. В принципе, мне даже родной кабель от телефона таскать не надо, потому что здесь уже есть свой для Powerbank. Единственный минус, конечно, что с Powerbank не идет родное зарядное устройство. Хоть бы блок какой-то подкинули на 2 ампера, не знаю, потому что... Ну, у меня как бы есть на Asus. Вот, там 2 ампера. Так что я думаю, пойдет. Вот такая вот у него еще информация здесь сзади, здесь плохо видно. Так, ну, сейчас постараюсь навести фокус. Вот такой вот у нас дата, у нас 20.16.07, еще и 2016.07, короче. Это, по-моему, когда изготовили его, да? 2016.07, наверное. Made in China, 10 тысяч миллиампер часов. В общем, такой сдираем здесь наклеечку и смотрим, что же у нас там такого. Это мы пока сюда.
положим, вот у нас LED-индикаторы. 4 штуки. Так, я думаю, он полностью заряжен. Здесь у нас отверстие под микро USB и под обычный USB. USB здесь 2.0, не трешка. Так, вот мы его включили, и здесь у нас зарядочку показывает. Так, это, я так понимаю, он разряжен. Так, где у нас там? Ладно, посмотрим. То есть, да, заряжен, получается, 25% заряда. То есть, надо его полностью зарядить. Короче, буду я его тестировать. Я его полностью заряжу и недельку где-то погоняю. Ну и потом уже нормальный, как бы, ну, обзор полностью сниму, чтобы рассказать, как он работает вообще, насколько его хватает. У меня телефон с батареей на 3000 мА. То есть, по идее, должно хватать на 2 заряда так точно. То есть, 2 заряда стабильно должно хватать. В общем, проверим. И, наконец-то, я оттестировал Powerbank Xiaomi на 10000 мАч. Вот. Заряжал я от него телефон Asus Zenfone 2, где батарея на 3000 мАч. Ранее я уже делал, обзор, это была распаковка этого гаджета, ну или дополнительного устройства запасного, или как хотите. Вот. То есть сейчас говорю свое мнение. Вещь хорошая. Очень хорошая, потому что я свой телефон от него зарядил 4 раза до 100%. Не знаю, как получилось, потому что этот Powerbank на 10000 мА. Формально там по факту меньше. Где-то около, как пишет производитель, там на 6-7 тысяч, короче, мА заряда хватает. Но мне удалось мой телефон зарядить до 100% аж 4 раза. Я так предполагаю, что он все же не полностью заряжает его. Но в использовании я не ощутил никакого дискомфорта. То есть я, как обычно, телефон заряжал свой раз в сутки. Как это я делал с обычной зарядки, то есть, ну, от сети. Зарядился, пошел по своим там делам, пришло время, зарядился снова. Так же самое и с этим. То есть не было там такого, чтобы я постоянно там подключался к нему и так далее. Нет. Я подождал там, опустился заряд в телефоне до 5% или 3%. Подключил Powerbank и все. В общем, проходил я с ним 4 дня. 4 дня я заряжал. И, блин, ну, нормально, в принципе. На Asus хватило на 4 дня мне его. Тем более, что Asus такой прожорливый телефон. Очень капец. 3000 мАч батарея, но он садит ее буквально там за сутки. Может, и раньше даже при активном использовании. Поэтому Powerbank — это реальная тема. И самое главное, опасайтесь подделки. Вот. Если хотите посмотреть, как выглядит оригинальная упаковка, там все отметочки специальные и так далее, то есть заходите в другое видео по Powerbank, это можете легко найти на моем канале, там всего 2 видео, это и предыдущее, вот, и посмотреть, какие-то там сертификаты к ним приклеены. Вот. В общем, штука классная, определенно, если вы найдете оригинал, рекомендую к покупке вот этого дела, штука полезная. Вот это, кстати, родная коробочка от него, которая коробка в коробке внутри, то есть такая фиговина, да. Я ее использую как чехол. То есть беру, вставляю батарею сюда. Вот, вот так вот. Раз. Раз. Потом вот эта фишечка закрывается. Здесь дырочку вырезал. Вставляем проводочек. Оп, какой жук прилетел к нам. Эти майского жука поймал. Ёлки-матан. Какой большой. Улетел. Шустряк. Вот уже дрявые руки. Упустил жука. Ладно. Так. Короче, вот так вот выглядит это все дело. И он как бы не выпадает, нормально там сидит. Тем более, что сам кабелек, он очень-очень так плотно сидит в разъеме. Это, конечно, плюс.
Вот, ну и этот, по-моему, тоже, насколько я этот самый пробовал, то, в принципе, в самом телефоне сидеть неплохо. Если телефон не очень тяжелый, то он, ну, если нечаянно вдруг схватили со ствола, допустим, да, и потянули телефон, то есть забыли отключить там, то он может и не упасть, если у вас не тяжелый телефон. А если тяжелый, то тут уже, конечно, под вопрос. В общем, вот такой вот у нас гаджетик, который можно покупать. Реально качественная, хорошая вещь. Ну, недостатков я не знаю, здесь просто, ну, не может быть недостатков, потому что он, в принципе, лишь одно предназначение у него — заряжать ваш девайс. Все, поэтому говорить о каких-то минусах здесь просто, ну, невозможно. Есть только один плюс, то, что он заряжает, и все, больше у него ничего нет. У него есть LED-индикатор, кстати, если вам непонятно, что это за штуки такие, дырочки. Вот эти вот 4 штуки, это LED-индикатор, вот он светится. Это он показывает заряд. Сейчас он светится все, это даже на 100%. Если там 1, ну, 3 светится на 75%, 2 на 50%, и 1 это примерно 25% заряд. Вот так. Вот и все, собственно. Так что, пока.